Итак, всем привет. Сегодня буду распаковывать посылочки, которые пришли мне. Вот это нижняя с сайта mataki.ru, верхняя с сайта scootermag.ru. Хочу показать вам, что мне пришло с этих двух сайтов. Вот в этой посылке, довольно-таки хорошо упакованной, прошу заметить, мягкая подложка. В этой посылке мне пришло тюнинговый коммутатор на Альфу. Хочу проверить на себе, будет ли все это дело работать. 5 контактов. Сейчас откроем, посмотрим. Вот такого вида коммутатор, красного цвета, такой довольно-таки интересный. 5 контактов, стандартный разъем альфовский. Вот, будем пробовать эту штуку в действии, как все это работает и функционирует на нашем мопеде. Следующая посылка с сайта mataki.ru. Хочу сказать, что с Mataki доставляют очень быстро. Посылки, это шла мне, например, около 7 дней, то есть 6-7. Никаких проблем там с отправкой нету. То есть сайт Mataki довольно-таки неплохой сайт. Упаковывают тоже. Видите, довольно-таки хорошо. Вот это все газеты, то есть их очень много. Думаю, Почта России не сможет ничего нам поломать здесь. Вот это я заказывал, звезда 9 зубов на мотороллер муравей. Мы видим, качество исполнения очень даже неплохое. В принципе, меня все устраивает в этой звезде. Это у нас гайка краника. Тоже мотороллер муравей. Далее у нас здесь тоже неплохо упакованные задние амортизаторы. Такие вот красивенькие, вот такие блестящие. То есть упакованы тоже довольно-таки неплохо. Ничего нигде не покоцано. Тут точно такой же второй амортизатор. Тоже весь целый, не покоцанный, довольно-таки красивый. Так, далее. Тросики. Трос сцепления. И трос переднего тормоза мотороллер муравей.
В нашем городе вот трос переднего тормоза нигде не найти. То есть, если трос сцепления еще возможно, то трос переднего тормоза никаким образом не достать. Ну и, наверное, все, больше тут ничего не будет. Внизу еще, чтобы все это на Почте России не удалось разломать, положена вот такая штучка из-под яиц. Так, смотрим то, что мы заказывали. То пришло быстро, за буквально 6-7 дней. Очень устраивает этот магазин. Всем советую. Ну, на этом, думаю, все. Всем спасибо за просмотр и пока.